Короче, Нива может. Всем рыбоохотникам привет! Сегодня у нас 1 мая, сегодня праздник. Поздравляю всех с праздником! Вот. Сегодня мы находимся на карьере, так называемом 12-й километр. Вот. 12 километр это, ну, от поста, где мы проезжали пост. Вот. Сегодня у нас погода хорошая, весенняя, солнечная. Сегодня ветер где-то в районе 3 метров в секунду. Сегодня мы попытаем свою удачу на окуня. Попробуем поймать, может быть, белая рыбица поймается. Вот. Сегодня будем ловить на опарыша и на мотыля. Всем спасибо, что вы пришли ко мне на канал. Ставьте под этим видео лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Иногда я провожу розыгрыши на моем канале, так что следите за новостями. Ну а мы погнали порыбачим. Так, сегодня купили мотыля за 50 рублей. Сейчас будем перекладывать. Антон, тебе надо? Или ты будешь без мотыля ловить? О! Крупный мотыль. Вот это вот, прикинь, на 50 рублей. Смотри сколько. А я это видел. Да хрена, а что-то он мне наложил. 18 рублей там было написано. 18, да? 18 рублей это что? Прям такой, знаешь, он как... Это что, 10 грамм или что? А я не знаю, сколько. Прям вообще изумительный мотыль. Есть первая поклевка. Ух ты, какой окунь. Хороший окунь. Взял на опарыша. На мотыля что-то не брало. Сегодня поставил опарыш, два штуки. Вот такой вот кабан поймал. Сейчас посмотрим, что у меня напарник там поймал. Что-то тоже таскает. Что, тоже клюет, да? Ух ты. Смотри, окунь подошел. Да я сильно близко не подхожу. Ух ты, о, красавец, богатырь, ну-ка. Есть. Еще один. Жалко, поклевку не заснял. Но есть. На опарыша сегодня берет. А мотыля что-то не хочет. Ух ты, какой. Второй экземпляр. Есть уже третий экземпляр. Этот поменьше, небольшой. Главное, что на опарыша сегодня клюет. Большой окунек. Берем. Берем, конечно. Сейчас у нас обеденный перерыв. Сейчас пол первого дня. Вот. 1 мая. Сегодня у нас обед бастурма, сыр и хлеб. О, есть! Есть!
Есть, есть, есть окунь. Давай, давай. Походу это окунь. Глубина, конечно, у нас сегодня 8 метров, где-то так. Хороший бродяга. Хороший бродяга. Вообще нормальный такой. Берем. Богатырь. Полосатый. Сегодня вот 1 мая. Первого комара сегодня увидели. А он Тохи по ноге ползет. Хочет его укусить. Есть. О, приговорил я его все-таки. Ух ты, крупный. Крупный тянется. Такой увесистый. О, нормальный. Смотри какой. Хороший. Закончик как-то. Есть. О, что-то такое. Среднячок. Среднее. Брало, в принципе, потихонечку, но тянется как средний. Нет. Нет, маленький. Небольшой. В общем, господа рыбоходники, мы сегодня закончили нашу рыбалку 1 мая. Вот, наловили окуней. В принципе, не так уж и много и не так уж и мало поймали. Вот, сейчас мы отправляемся домой. А остальным желаю удачи, праздников хороших. Не забываем подписываться на канал, ставьте пальцы вверх. В конце, наверное, июля я сделаю еще один розыгрыш рыболовной приманки. Вот, чтобы быть в курсе, вам придется перейти под видео по ссылке в мою группу и следить за моими новостями. Ну, остальным я желаю ни хвоста, ни чешуи, и всем счастливо, до следующей рыбалки.